Ну, это вот известная, значит, шутка тоже, шутка из реальности. Есть гроссмейстер Владимир Епишин, он играл в турнире в Германии, выиграл большой приз. После турнира к нему подошли любители шахмат, предложили ему поиграть с ними в шахматы. Они куда-то там отошли, в парчок какой-то, играли в шахматы и выпивали. Вот, видимо, выпивали много, и в какой-то момент, короче, подрались, и у этого Епишина забрали деньги. То есть первый приз, который он выиграл в турнире, ну, наверное, несколько тысяч там, евро. И, значит, приехала полиция, спрашивает у него особые приметы. Ну, правда, выпивший, но он говорит, на полном серьезе он сказал, что слона, говорит, все время, говорит, на бассейн выводил. Это гениально, конечно.